Ум и душа — это одно и то же. Is mind and soul same thing? Are they same? Mind is and soul is same thing. Same thing. Yeah. Mind is soul and soul is mind. Is it so? Like soul, like one energy. Душа подобна энергии. And this energy has leaking start. 1, 2, 3, 10, 15, 100 flow going. И эта энергия начинает вытекать в различных направлениях, до 100 направлений. And this 100 flow going, it can become mind. И все вот эти вот потоки, эти 100 потоков, они становятся, они называются умом. Like if you have water in one pot. К примеру, если у вас есть вода в одной кувшине. And this water is leaking, start here, leaking there, leaking there, leaking there. So many leaking, and this leaking is called mind. Если эта вода начнет протекать через это, то через множество отверстий, вот это вот процесс протекания и называется умом. So now you are in mind. Сейчас вы находитесь в уме. Like if you see inside, it's in you 100 people. Вы можете найти внутри себя 100 человек. Your mother, your father, your friends, your lover, your husband, your wife, your kids. So many things inside talking. Ваш отец, ваша мать, ваши дети, ваши друзья. Так много людей внутри вас разговаривают. So your energy is leaking, like from aura, you're leaking. Aura is break everywhere. Broken. И ваша энергия вытекает, ваша аура не является цельной. Там так много затрещин, через которые вытекает ваша энергия. And now when you meditate, this leaking energy you bringing back, reverse. Coming this energy back, and then you become slowly one. И затем, когда вы медитируете, вы все эти вытекающие энергии возвращаете назад, и потихоньку вы становитесь цельными. And when you become one, it is called soul. И когда вы становитесь едиными, это называется душой. Then you just present very. Тогда вы очень присутствуете. You're not leaking, no any thoughts going, no any energy leaking from you, going away. Никакой энергии не утекает из вас, никаких мыслей. So first you born as a soul, and then slowly mind is developed, and mind is leaking, your aura from broken, energy is leaking. Now you have to reverse back. Таким образом вы родились как душа, как цельная. Затем ваш ум начал развиваться, и ваша аура начала разрушаться, и через нее начали протекать энергия, ваш ум. И сейчас вам необходимо всю эту энергию вернуть обратно. In this way, soul and mind is look like one. И в этом смысле ум и душа выглядят как одна и та же вещь. And when you coming in being soul, your aura is complete, you just sit like a just bubble. One like a bubble of the aura, energy. И когда вы, ваша аура является цельной, когда ваша энергия восстановлена, когда вы сидите в медитации, вы превращаетесь в такой вот шар. Your full energy with you, no going anywhere. Вся ваша энергия находится с вами, никуда не утекает. When your energy not going, no any thoughts is going, complete, it is called soul. Когда ваша энергия никуда не утекает, абсолютно, когда ваша аура цельная, никаких мыслей, это называется душой. But when as your aura is leaking start, energy is going out from, darkness is coming, edges, and then this mind is called mind. Но когда ваша аура начинает протекать, когда возникает темнота, вот это вот называется умом. Mind means 100 part. Ум означает
сотню частей. Soul means this 100 part come back and become one. Душа означает, когда все эти части соединяются и становятся единым целым. And when you become one, like yourself, soul. И когда вы становитесь единым целым, как душа, as you become one, all your attachment, all your greed, all your desires finish. Just oneness, one. И как только вы становитесь единым целым, все ваши привязанности, вся ваша жадность, все они исчезают, и все желания исчезают. And then this one is jump in existence. И тогда это единое целое прыгает в существование. First you have to be one, your one voice, inner voice, oneness, one jump in existence. Сначала вам необходимо стать единым целым, чтобы у вас внутри был один внутренний голос, и затем совершайте прыжок в существование. When you become one, you in meditation. When you become soul, this is meditation. Когда вы становитесь единым целым, вы входите в медитацию. Это и когда вы являетесь душой, это и есть медитация. And then you be in this one, your soul, and then one day this soul also jump in existence, cosmic. И вот вы пребываете как душа, как единое целое, и однажды эта душа прыгает в существование, становится космической. Then you become everything. И тогда вы становитесь всем. Whole, everything you become. Абсолютно всем вы становитесь.